Всем привет! Меня зовут Мила Белик, и сейчас я хочу поделиться с вами своими результатами, впечатлениями после прохождения тренинга Елены Левицкой «Я живу в изобильной вселенной». Вы знаете, я несколько дней думала перед тем, как приобрести этот тренинг, тем более я его в записи приобрела, не онлайн проходила, и сомневалась, что получу ли я результаты, да, вот если пройду его в записи. Но тем не менее, я его решилась, приобрела и ни капельки не жалею. Сейчас объясню почему. Начнем с того, что в моей жизни, да, вот после того, как я стала применять Елену советы, техники, методики, я стала получать результаты. В моей жизни стали происходить, можно так сказать, чудеса. Чему же вот Елена, да, вот научила, учит в своем этом тренинге? Начнем с того, что самое простое – это как женщине откуда получать вот женскую энергию. Честно говоря, вот до ее тренинга я абсолютно об этом не задумывалась и, наверное, многое теряла от этого. Во-вторых, я нашла убеждения, да, те, которые тормозили доступ, да, вот, к изобилию, к финансовому благополучию. Я стала с этим работать и продолжаю работать и буду работать, потому что это дает результаты. Благодаря методикам, да, техникам Елены я смогла вот перед Новым годом избавиться от долгов, которые были в нашей семье. Мой муж стал больше зарабатывать, и деньги вот стали приходить ко мне легко и свободно. То есть я захотела — я получила, что-то захотела — получила. И Елена научила, как можно, да, нам, женщинам, легко и просто, да, вот именно женской интуиции, своей вот энергией, да, вот привлекать, и что может нам помогать, да, вот, например, очень интересные игры с деньгами, как можно переиграть, чтобы, да, привлечь финансовое благополучие в семью, вот, и получить, да, вот остаток, вот, понять, что все-таки вселенная изобильна, и это реально. Поэтому я большим желанием делюсь с вами своими результатами, чтобы и вы смогли вот пройти тренинг Елены и почувствовать, что все в наших руках, и все наши желания не могут исполняться, исполняются и будут исполняться. Поэтому всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока.